исходит! Это твой кошмар. Лучше бы тебе проснуться. Подсудимый признан виновным по всем пунктам обвинения. Я убил четверых, не помню об этом. Я не верю, что ты мог это сделать. Ты не мог. Я тебя сожру! Это все тоже сон? Нет. К сожалению, ты в тюрьме, и я в тюрьме. Но это поправимо. Ты предлагаешь узнать мне, кто убил моих друзей? Именно. Надо выяснить, у кого был мотив тебя подставить и отправиться в его сон. Что взамен? Год жизни. Это твое подсознание. Здесь хранятся все твои воспоминания. Какого хрена вы меня там бросили одного, а? Ты нестабилен. Я хочу понять. Никто не может понять. Пошло вон! Вторжение в чужое подсознание карается смертью.